Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Tom Candy Run. Продолжаем играть за Анжелу, и мы с вами уже в Центральном парке. Но хочу я пройти вот 16-ю миссию и попытаться заработать все-таки 3 звезды. Я хочу сундучок. Ну что же, приступаем. Будем собирать здесь мороженое. Так, его здесь очень много. Правда, не то, конечно, что нам нужно, но тем не менее. Так, дракончик, елки-палки, ты что ж меня так подвел-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, ребята, что-то вообще мы идем с вами очень плохо. Даже хуже, чем я когда в первый раз проходил. Ну, никак не ожидал такого. Ой, подстава. Вообще не добежал. Слушайте, ребят, нужно переиграть эту миссию, так дело не пойдет. Хотел заработать 3 звезды, а получилось, что вообще ни одной не заработал. Так что давайте попробуем еще разок. Дракончик просто меня подвел. Я думал, что он будет у меня сбивать эти преграды. Но он как хочет, так и поступает. Так, мороженое. Главное здесь поднимать мороженое. Монетки и все остальное не столько нам важны. Так, отлично. Пока вроде бы идем хорошо. Ничего я не пропустил. Ай, одно пропустил все-таки, ну да ладно. Ничего там страшного нету. Опа, подросли. Поднимаем, поднимаем все это дело. Ох, сколько здесь их много-то. Оп-оп, блин, много пропустил, ребята. Тут дело в том, что каждое мороженое на счету. Нельзя пропускать практически ни одного. Но это нереально все собрать здесь. А может быть реально, просто я не могу. Ну и как видите, опять 2 звезды. Блин, печалька, а? Что делать? Ладно, ребят, давайте тогда мы, наверное, с вами пойдем на следующий уровень. Я надеюсь, что можно будет потом вернуться здесь и пройти, когда уже у нас будут улучшенные персонажи. Так, здесь мы с вами должны пироги собирать. Пирожные. Так, тортики, перепрыгиваем. Вау, большой какой. Отлично, пока все идет у нас хорошо. Дракончик, как всегда, не вовремя прекращает все это дело. Ай, пропустил. Один пирог я пропустил все-таки. А вот этот вот схватил. Так, ускорение. Юху! Вот это скорость, вот это я... Оу! А я что, на ускорении могу сбивать предметы? Слушайте, я этого раньше не знал. Теперь будем знать. Оп. Ай, опять очень много пропускаю, ребят. Что ж не прет-то так, а? Невезуха какая-то. Неужели мы опять с вами не получим 3 звезды? Да не, должен получить. Нет, ребята. Нужно было всего лишь 30 пирогов вот этих вот собрать. А я не добрал. Жаль. Ладно, давайте продвигаться с вами дальше. 18-й уровень у нас. И здесь уже будем собирать яблочки. А, так сказать, вот эта игра, детский раннер, для меня как отдушина. После вот этих всяких стрелялок, пулялок, драк, ну и тому подобное. В этой игре задействованы всего 2 кнопки. Это прыжок и присед. А остальное дело, как говорится, на смекалку. Оп, оп, отлично. Отлично идем, ребята, очень хорошо. Кстати, вы пишите мне в комментариях, в просьбах, какие бы вы еще хотели посмотреть игры. Но только единственная просьба, ребята, давайте какие-нибудь достойные, а не какую-нибудь там ерунду. Хорошо? Договорились? Вот. Так, отлично. Ай, вон то яблочко не подобрал. Ай, жаль, конечно. Оп, оп. Ну что же, здесь нам удача фартанула. Мы собрали 80 яблок. Значит, нам полагается приз. И это будет сундучок. Давайте посмотрим, что в нем. Ага, Том плюс 1. Ну, дальше уже пойдут денежки и... Да, кристаллы. Тогда мы с вами продолжаем. И у нас... Нет, ну давайте вот не будем сейчас этим заниматься. 19-я миссия. Побежали. Будем собирать конфетки. Так, сколько? 70 штук нужно подобрать. Вау, сколько много их тут. Прикольно. Так, отлично. Опа, натянулся. Не упустим ни одной конфетки. Ой, а здесь пришлось, ребят, так сделать. Опа. Тихо. Вот подкалывают меня. Шуганули, так скажем. О, тихонько, тихонько, тихонько.
Анжела, куда ты так газуешь-то у меня, а? Да елки-палки, нужно было наверх. Ай, ребята, я чувствую, придется мне, наверное, эту миссию переигрывать. Слишком много пропустил всего вкусного. Ну и такими темпами, конечно же, мы не собираем с вами 70 конфет. Да, жаль, конечно. Ну, я думаю, что стоит переиграть, потому что миссия для меня первая. Я в первый раз в нее зашел. Как бы не знал, что здесь нужно сделать. Ну, а так как мы теперь посмотрели, мы знаем. И я думаю, что нам будет попроще теперь. Так, забираем это все. Опа, хорошо. Ну, иногда мне кажется, что здесь просто такие миссии есть, где невозможно. Блин, опять мне пришлось, ребят, так сделать. Перескочить конфетки, потому что там была преграда. Ну, по крайней мере, вот эти собираем тихо-тихонько. Слушайте, с одной стороны, вот этот бег, он нам даже и не нужен. Он как бы нам мешает. Так, собираем, собираем здесь все. Блин, опять что ли мне не хватит маленько, а? Ой, ударились еще. Да, не хватает. А нет, все отлично, ребята. 70 конфеток я собрал. Умудрился все-таки. Так, ну, Анжела, молодчина. Давайте смотреть, что у нас здесь достанется. Дракончик плюс 2. Ну, денежка, как обычно, и кристаллы. Ну что же, тогда есть смысл переходить на следующий уровень. И это у нас 20-й. Оу, тут будет хороший сундучок. Давайте-ка попробуем насобирать, что нам тут нужно. Какие-то леденцы, что ли? Ох, как вас тут много. Так, подросли. Ай, не успел там схватить еще один бонус. 240 штук нужно собрать, это довольно много. Ага, все хорошо у нас. Перепрыгиваем. Подросли. Мы когда, кстати, или на ускорении, или когда мы вот такие большие, то преграды сбиваем без проблем. Они для нас, как говорится, не помеха. Во, блин, ударился. Ай-яй-яй-яй-яй. Не добегу, не добегу, ребята, да. Ну что же, давайте потратим. Попробуем все-таки здесь дособирать. Ай, чуть-чуть не хватило. Да что ж такое-то, а? 240 конфет нужно было этих собрать, а мы всего лишь, наверное, где-то 230, наверное, набрали. Так, ну что же, 21 уровень у нас. Смотрите, сундучок моргает. Что нам хочет здесь дать? 5000 золота, еще 5000 золота и 20 алмазиков. Ну что же, спасибо, а вот и сам сундук. Сердечко, дракончик. Кстати, ребята, дракончика мы можем с вами улучшить. Так что давайте мы это сейчас и сделаем. Заодно и посмотрим, что дает улучшение. Так, апгрейд. 5 секунд. Ага, понял, ребята. Мы улучшили время пыхания огнем дракончика. И теперь он будет больше сносить преград. Надеюсь, это так. Ну что ж, давайте продолжать с вами. 21 уровень у нас. И тут мы будем собирать с вами кусочки тортика. Блин, у меня в холодильнике как раз лежит тортик. Ну, я его оставлю детям. Так, давайте-ка собирать все это. Отлично. Ой. Ребята, ударился головой, когда... Ох, да что ж такое-то? Что же мне не везет-то все, а? Все так очень быстро происходит, я даже не успеваю за всем тут смотреть. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне нужно сердечко, как можно быстрее. Нет, не успел я, к сожалению, добежать. Так, сколько у нас? 55 уже собрали мы, а нужно 85. Ай! Да что ж такое-то, а? Что ж не везет-то мне все? Миссия не такая уж и сложная, в принципе. Но, как видите, не получается у меня набрать. Так, хорошо. Да, и тортиков почему-то в конце не было. Да, довольно сложная такая миссейка была это. Ну, а мы с вами продолжаем. 22 уровень у нас. Тут уже клубничка. Надеюсь, с клубничкой нам повезет больше. 150 клубнички нужно собрать. Хорошо, будем стараться. Так, отлично. Вот и сердечко. Еще одно.
Надо запрыгивать, ребята. Поверху пойдем. Магнитик. Вот это вообще хорошо. Блин, как-то здесь маловато будет у нас ягодок-то. Вы заметили? Как я им наберу 150 штук здесь? Ну ладно, 110 мы собрали с вами. Вот сейчас только собрали. И еще нужно много. Так, ладно, попробуем не... Блин, одну все-таки пропустил. Есть! Да, ребята, мы собрали 150 клубнички. И значит, нам дадут сейчас сундучок. Вот он. Давайте посмотрим, что в нем. Так, сердечко плюс 4. Ну и денежка с кристаллами. Слушайте, если бы я, предположим, в каждой миссии получал бы по сундучку, я думаю, что у нас бы уже было бы сердечко, дракончик довольно хорошо раскачанный. Ну и мы, наверное, получили бы не один уже уровень. Так, здесь нам нужно, я не понимаю, это бобы, что ли, какие-то мы собираем? Почему-то похоже на бобы. Так, магнитик. Опа, вау. Шикарно. Ёлки-палки, я только сейчас увидел, что нужно 500 бобов, ребят, собрать. Это очень-очень много. Давай-давай, Анжела, не подведи меня. Так, денежка. Мороженое. Я понимаю, конечно, все это хорошо, мороженое, но мне нужны вот именно вот эти вот бобы. Тут уж как-то больно сложно. Я не смогу просто здесь столько набрать. Я 250, никто даже не набрал. Странно. Так, вот, 250 есть. Ребят, я сейчас просто лопухнулся. Я упустил магнитик. Ну, в любом случае, даже если бы я его подобрал бы, мы столько бы не успели собрать. Да, довольно сложная миссия. Ладно, а мы с вами двигаемся дальше. У нас 24 уровень. Эх, тут уже какие-то пирожные у нас. 85 штук нужно собрать. В принципе, не так уж и много. Оп. Так, елки-палки, все-таки я пропускаю, ребят. И очень много причем. Ай, ударился. Ай, расстроился, а. У нас и так, как говорится, очень мало здоровья. И нам нельзя ни во что врезаться или... Ах ты. Ах, вы какие хитрецы. Камни прям падают перед нами. Но дракончик, как видите, хорошо их отбивал. Так, давайте поверху пойдем. Тут очень много пирожных этих лежит. Ой-ой-ой-ой-ой, не хватило. Давайте-ка вот так сделаем. Хоть бы хватило, а, ребят? Есть! Да! Все-таки мы насобирали 85 штучек. Соответственно, 3 звезды и тортик наш. Ой, тортик. Сундучок, конечно, сундучок. Анжела. И монетки. Интересно, а что будет, если мы будем с вами улучшать персонажа? Что там дает нам это дело? Вау! 3-й уровень мы с вами заработали. И еще один сундук зарабатываем. Сердечко. Монетки и кристаллы. Ну, в общем, это все по стандарту. Ну что же, побежали на 25 уровень. Здесь опять нужно собирать карамельки. 95 штук. Угу. Давайте попробуем как можно больше собрать, не пропуская ничего. Пока вроде бы все хорошо идет. Ты смотри, сколько преград здесь, а, для нас понаставили. Опа! Отлично. Слушайте, ребят, по-моему, я еще ни одной конфетки не пропустил. Так, ай, пропустил. Хотя нет, магнитик их вроде бы притянул. Ой. Фу, нафиг, я даже не заметил, что взял бонус на увеличение роста. Так, тихо-тихо. Пока все замечательно идет. Интересно, успеем мы с вами насобирать, а? Еще много надо. Так, хватаем. И вот последний, наверное, нет? Да, ребята, мы успели 95 конфеток насобирать. Фух. Ну что же, дела пошли в гору. Получаем сундучок, уже какой-то другой. Ух ты! Привет, я Хэнк. Здорово, Хэнк. Вот, кстати, мы сейчас им и поиграем, и посмотрим, что у нас может делать этот песик. Так, это нам нужно зайти...
Да, это все понятно. Давайте-ка вот сюда зайдем и выберем уже новинку Хэнка. С синей конфеткой. Улучшим. Ага, мы энергию ему дали. И плюс у него появляется какой-то бустер. Ускорение. Хорошо. Мне не терпится посмотреть, что он может делать. Побежали. Так непривычно как-то. Что-то глазки-то закатил, эй. Хэнк. Вау, смотрите, ребята, что он может делать. Он ускоряется. Ай, ударились. Да что ж такое-то, а? Что ж нам не везет-то? Нам нужно 20 вот этих вот, я не знаю, зеленых гамбургера насобирать. Ай, упустил. По-моему, штуки 3 или 4 я пропустил. Это плохо. Из-за расчета того, что их всего здесь 20 нужно насобирать. Даже не хватило добежать. Слушайте, может быть, мы сейчас с вами просто переиграем этот уровень, а? Как бы есть резончик. Нам не хватило совсем немножечко. Давайте попробуем. Так, тут уже знаете, как, ребята, играть? Первый заход делать пробный, чтобы хотя бы понять, что из себя представляет этот уровень, а потом проходить его заново. Тогда у вас все, наверное, получится. Ай, опять не допрыгнул. Да что ж такое-то, а? Растерялся. Так, тихо, вот этот надо взяли. По-моему, сейчас уже будет конец уровня, а у нас еще не собрано все. Ай-яй-яй, да как же так-то, а? Ну, всего лишь один пропустил. По ходу дела здесь нужно собирать все. Ладно, ребята, давайте перейдем с вами на 27 уровень. Так, нам нужно собирать бутылочки с сердечками, 90 штук. Странный уровень, но красивый. Дракончик, давай, поджигай здесь все. Ох ты, а как я, интересно, должен был там собирать вот эти сердечки? Когда там преграды были, а? Вопрос очень интересный. Оп, поднял бутылочку. Вау, да как же так пропустил-то? Ребят, совсем немножко осталось. Ну, где сердечки? Вижу, наверху. Ага, подобрали. Ой, елки-палки, я уже думал, здесь обрыв какой-то большой будет. Нет, к сожалению, нет. Не успели мы насобирать, но я ее очень много пропустил. В принципе, здесь моя вина. Моя невнимательность. Моя медлительность. Ну, а мы переходим на 28 уровень. Вау. Какие-то мини-тортики. 50 штук нужно собрать. Попытаемся это дело сделать. Хэнк, вроде бы все хорошо, но вот это вот ускорение, вот это вот его огненное, меня немножко как-то нервирует, потому что я не успеваю понять, где что надо сделать. Тем более на такой большой скорости. Ай. Так, ловим-ловим. Вот они меня подкалывают-то везде, а? Да как же так, ребят? Я уже столько пирожен собрал, а всего лишь даже 40 еще нету. Не понял. А я что, на ускорение могу? Ё-моё, ребят, я могу на ускорение, оказывается, сбивать также все эти предметы, которые мне мешают. Я этого раньше не знал. Ну что же, 29 уровень. Давайте глянем, что здесь. Клубничка. Ну, с клубничкой нам обычно всегда везет, поэтому давайте посмотрим. 320 штучек. Это много. Это очень много. Так, ну, я вижу, тут клубники-то хватает. Так. Давайте собирать всю. Угу. Не получилось у меня всю. Опять пропустил очень много. 1, 2, 3. Монетки тоже будем собирать. Ох, вот здесь вот хорошо было бы магнитик иметь. Но его нету. А может быть, мы потом с вами в дальнейшем сможем открыть какого-нибудь человечка, который будет нам притягивать вот эти предметы. Тогда будет все намного лучше и проще. Оп, подросли.
Ну, совсем немножко осталось собрать нам клубнички. Ай, не хватило, опять не хватило нам. Да что ж такое-то, а? Ну что же, у нас с вами последняя миссия. 30-я. И тут такой сундук шикарный. Я должен его заполучить. Так, побежали. Ага. Какие-то сэндвичи собираем с вами. Оп, перепрыгнул. Видите, как мастерски просто. Так, ускорение. Зря я его, наверное, взял, ребят. Ой, как много, по-моему, я там пропускал. Так прикольно, он по полу и лозит. Запрыгиваем. Все собираем, все абсолютно. По-моему, не получится. Не хватит нам, наверное, маленько, да? Потому что я очень много пропустил. Ну, если что, ребята, мы переиграем с вами. Я сундучок все равно этот просто так не отдам. Ай, зачем вот я поверху пошел, а? Вы посмотрите, внизу столько было этих кусочков, а мне надо было обязательно поверху. Нет, так дело не пойдет. Хэнк, не радуйся, мы переигрываем. Вау, нет, мы сюда не пойдем. Мы вначале заработаем себе вот этот вот сундук. Побежали. В общем, ребята, будем бежать понизу. Там больше всего кусков. И они нам нужны. Вот так. Отлично. Да, конечно, пропускаю немножко, но это не критично. Ах, надо было прыжок делать немножко раньше. Так, ага, вот здесь вот все отлично. Вот это все поднимаем. Дракончик меня с одной стороны и радует, а с другой стороны он мне даже как бы мешается. Я из-за него не вижу много чего. Так, все, идем чисто понизу. Этот дракончик может нас подставить в любую секунду, ребят. Ай-яй-яй-яй, ударился. Так, тихо-тихо, не упасть бы главное, а. На такой-то скорости. Все. А вот здесь идем понизу. Оп. Вот так вот надо все это дело делать. Ну, давай, давай, давай. Да ладно, опять не хватило, что ли? Да, ребята. Я все равно не успокоюсь. И я буду проходить этот уровень до тех пор, пока не заработаю себе вот этот вот шикарный сундук. Так что, ребята, вам придется терпеть и смотреть, как я буду мучиться. Так, все здесь забираем. Отлично. Пока вроде бы ничего не пропустили. Вот так. Хорошо. Вот здесь вот. Нет, вроде бы все нормально. Ничего там не пропустил. Прыгай на животе. Ну хоть бы получилось, а, ребят, на этот раз. Дракончик, я не пойму, блин, у тебя нету никакого определения. Когда ты будешь своим огоньком пулять? Мне приходится все это время наугад определять. Блин, неужели опять не соберем, а? Да должен. Есть. Да, ребята. А это означает только одно, что сундучок мы с вами все-таки заработали. 450 кусочков торта мы собрали. Так, вау. Дракончик, Том мы можем улучшить, Хэнк, ну и дальше деньги и кристаллы. Отлично, отличный сундучок, ребята. Значит, мы можем с вами улучшить, по идее, Тома. А у нас ждет потом летнее спа. Но это уже будет, ребят, в следующей серии. Ну, а на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых видосиков, до скорых новых встреч. Всем пока, ребята.